Всем привет! Приехал я в очередной раз половить воблу. Сейчас у нас последние пару дней. Потом, во-первых, закрывают город полностью из-за вируса. Ну и а дальше уже запрет наступает на рыбалку, на подобную. Поэтому как бы вот последние пару деньков остались. Приехал порыбачить. Ну а дальше, в принципе, видно будет, что с рыбалкой будет у нас здесь в регионе и так далее. Ну а сейчас поплывочка. Сперва хотел поставить фидер, но что-то передумал. Поплывочка все-таки мне поинтереснее будет. Все, сейчас буду на червя. Если будет задалбливать мелочь, я уже так попробовал, пару раз кинул. Мелочь долбит без остановки. Поэтому, может быть, перейду на кукурузу бондюэль. Обычно на кукурузу более-менее рыбка клюет покрупнее. Ну все, начинаем. Поклевки, возможно, поснимаю, не знаю, сейчас как пойдет. Все, погнали, порыбачим. Сейчас рыба зашла вот в такие заливы с водохранилища, готовится к нересту. И, в общем-то, сейчас вот такого плана, как карась, вобла, вся рыба вот в таких заливах уже обитает. Вернее, она зашла еще сюда со льдом. До сих пор здесь. Ну что, посмотрим. О, сразу же поклевка. Не подсек. Видимо, мелочь клюет. Поэтому говорю, возможно, что придется перейти на кукурузку. Потому что на червя любая рыба, которая здесь будет, будет клевать. Приехал я довольно поздно. Сейчас уже часа два дня. Не стал ехать с утра, вот это просыпаться, знаете, как обычно. Потом, блин, назад едешь, когда домой засыпаешь по дороге за рулем. Ну а приехав домой еще, потом отсыпаешься пару дней после такой рыбалки. Так что нет, решил я в ранний выезжать. Так, ну чё, ну это мелкая, это мелочь. Возможно, все-таки, говорю, придется кукурузку насадить. Вот такая мелкая. На завялку мне хотелось бы покрупнее чуть-чуть рыбку поймать. В прошлый раз, когда были, поймали там, ну как, достаточно поймали, но забрали только 10 экземпляров таких более-менее крупных. Остальное все было отпущено. Наверное, можно и не приседать даже. Сейчас сразу будет поклевка. Ну да, там сразу же поклевка идет. Да, здесь сейчас рыбы много. Я взял с собой лодку. Не знаю, блин. Если честно, так хочется ее накачать и туда выплыть, допустим, на середину. И уже не таскать так рыбу за полкилометра. А сидеть спокойно с лодки. Ну и с другой стороны, они надолго, поэтому не знаю. В принципе, если ловится нормально из берега, то можно из берега половить. Плана. Кстати, вот такой ветерок, это даже неплохо. Лучше получается забрасывать. Блин. Да, клев, конечно, обалденный. Блин, что такое? Что-то так тяжело тащится. О, вот это уже нормально. Вот это уже пойдет.
хороший экземплярчик. Вот такой вот. Вот эту я возьму, пожалуй. Садок древний, дырявый. Не исключено, что оттуда рыба будет потихоньку уходить. Но я за это особо не переживаю. Чувствую, с таким клевом рыбы уж точно сегодня хватит мне здесь наловить. Все, взял кукурузку. Сейчас посмотрим, что у нас на кукурузу пойдет. Ну вот, на кукурузу забросил. Уже поклевки не такие мощные. Но, кстати, тоже есть. И тоже особо долго не ждал я. Вот сейчас и сравним, какая рыба у нас на кукурузу. Ну вот, пожалуйста, сразу и результат другой. Как мне один комментатор написал, рыбу отпускать не надо, рыбу надо кушать. О, видите, говорю, садок дырявый. Он уже выскочила. Так, с какой стороны он дырявый? Он проржавел уже, старенький. Вот как бы на кукурузку виден результат. По крайней мере, не эта мелюзга. Хорошо тянет, вроде бы. Угу, нормальная. Такая вот середнячок. Да, пожалуй, я даже такую буду отпускать. Хочу прям таких крупненьких наловить на завялку. Это что-то не крупное, видать. Угу. Такая миленькая. Не, куда? Я сейчас
только ты припел, Серега видит. Я сюда присолил ее все. А эту холодильник молодила, отдыхаю. Да уж. Поставил другой поплавок, другой крючок. Все-таки решил все переделать. Этот и виднее лучше. Такой он поярче. Так, крючок вот такой теперь стоит. Покрупнее, покороче цевьё. Поплавок 5 грамм. Вот такой тоже мощный. Не знаю, может быть... Блин, их надо заранее вот здесь проклеивать. И вот здесь, и вот здесь. Уж больно они ненадежные. Не знаю. Обычно при моих вот таких забросах мощных улетает вся эта снасть. В смысле, вот это вот выскакивает, вот это. А вот здесь уже, кстати, вот трещины пошли, если видите. Вот это вот такие поплавки китайские. При подсечке особенно, при мощной, улетают только так. Ну тот поплавок подальше летел, конечно. Он сам по себе потяжелее был. Видели, какие поклевки? В основном поднимает. Блин, зацеп. Рыбу тащил, куда-то завела. Здесь прям возле берега. Вот это нехорошо. Только снасть поменял. Блин, отрывать-то не очень охота. Блин. Эх, поднимает поплавок так. Прикольно смотрится это. Ну, вот здесь веток много всяких. Видимо, цепанул. Вывела сама. Ослабил натяжение просто. Посидел, чуть подождал. И она раз дернула резко и вывела из зацепа. Вот хороший вариант. Да, уже готовится к нересту. Шершавая. Комары уже в полный рост. В марте. Меня здесь кушают. Вот крупная рыба вот так обычно клюет. Поднимает поплавок. О, какая желтоперка крупная. О, красавица просто. Ну, крючок поставил, вот другой, и сразу сходы прекратились. Thank you.
меня здесь съедают. Ну вот, пожалуйста, на червя вот такая вот идет. Но одна за одной. На кукурузу пореже поклевки, но крупняк. Поэтому сейчас перейду, конечно, я на кукурузу. Опять. О, хорошая. Пойдет такая. Мясистая, так не крупная размером, но широкая какая, мясистая. Ой, упитанная рыбка. Поклевочка. Ух ты, что-то так тяжко. О, хорошая. Во, какая монстрика. Заглотила. Вообще даже крючок не видно. Сейчас буду вытаскивать. Хорошо идет, видать, крупный. О, какой кабан. О, зверюга. Ух ты, сразу же. Она даже приземлиться там не успела. Сразу схватила. Ух ты, блин, и хорош. А, это карась. А, нет, вобла. Вот такая обалденная вообще. О.
клюв, конечно, отменнейший. Даже на кукурузу. Вот там, видать, сейчас стайка крупных стоит. Вот, надо ловить этот момент, пока они оттуда не свалили. Ну, сразу же. Даже присесть не дают. Вот так стоя не видно уже. Из-за ряби на воде. На сиде видно. Быстрее выводить, потому что, блин, заводит куда-то там под водой, под какие-то камыши. Опа-на, ничего себе, заводит и зацеп получается. Во какая мощная. Ну чё бы такую не ловить, самое оно. Народу понаехало очень много. Дело в том, что здесь сотовая связь ловит. И поэтому как бы один ловит, звонит приятелям. Приятели потом звонят еще другим приятелям. Вот ничего себе идет. Прикольненько. И собирается толпа. Чисто крупняк пошел. Причем вообще такой грамотный крупняк. О. Можно рыба плещется, где у меня поплывок. Ну сразу. Еще нападение. Уже, видать, они нападают толпой. Это на червя. Надоело сидеть на кукурузу ловить, потому что это крупная, очень крупная. Потому что и поклевки есть, но такие слабенькие. В общем, на червя стало повеселее ловить, и тем более вот такой крупничок поймал даже на червя. Thank you.
Ветер вообще стих. Такой штиль. Мне, в принципе, рыба уже все не нужна. Я свою норму там наловил, сколько мне надо. Поэтому так сейчас чисто для удовольствия еще часок посижу максимум. Буду собираться. Хорошего помаленьку. О, крупная. Но это на кукурузу. Вот такой вот. Что, все, пожалуй, на сегодня. Уже солнце закатывается. В принципе, поймал я ни много ни мало. Вот столько рыбешки. Мне этого хватает вполне. Больше я не собирался как бы отсюда забирать. Все. Буду собираться сейчас домой. Поеду по светлу. Что еще по трассе надо ехать. Ну, такая вот обалденная рыбалка здесь сейчас. Но, к сожалению, пока что придется прекратить рыбалку. Переждать карантин, а потом отправимся дальше по рыбалкам. Как раз придет сезон. Заготовил новый контент для вас, так что ждем. Все, всем пока, всего вам хорошего, до встречи в новых видео. Пока-пока.